Всем привет, ребята, меня зовут Яна, и как вы видите, со мной в кадре сегодня не только я, но и мой любимый чемодан. И сегодня вместе с вами мы будем собирать вещи в Египет. Кстати, вложек из Египта вы скоро увидите на моем канале. И поэтому давайте уже побыстрее его собирать. Ба-бам! Итак, давайте для начала начнем с одежды. Из платьев я беру вот такое вот черно-белое платье. Также я беру вот такое длинное розовое платье. Также вот такой вот ярко-розовый с пальмами сарафан. Вот такой вот серый сарафан. Ну и также я беру вот такой вот длинный сарафан. Теперь давайте перейдем к кофтам. Вот такую вот салатовую футболку. Также беру вот такую вот футболку с арбузами. Вот такую вот серую футболку с тигром. Ну и теперь мы переходим к штанам. Ну а на случай, если будет холодно, я беру вот такие вот лосины. Ну и также вот такие вот черные лоси. И вот такие вот розовые спортивные штаны. Из шорт я беру вот такие вот черные спортивные шорты. Также вот такие вот джинсовые шорты. А еще я беру вот такой вот очень крутой комбинезон. Также я беру два купальника, один сдельный, а другой раздельный. Сдельный это вот такой вот спортивный черно-розовый купальник. А раздельный это вот такой вот ярко-розовый полосатый купальник. Ну и также там будет коралловое море. То есть на дне будут кораллы и можно пораниться. Поэтому мы купили вот такие вот коралловые тапочки. Также я беру вот такие вот свои кроссовки. Ну и также свои босоножки. Также я беру с собой вот такую вот косметичку. Конечно же я еще беру другие вещи. Но смысла вам показывать их нет, потому что кому же это интересно. Ну вот, вместе с вами мы собрали мой чемодан. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и не забывайте ставить лайки, ведь именно тогда ты не пропустишь мое видео с Локсом моря. Я вас всех очень сильно люблю и всем пока!